На Женевском автосалоне 2018 года компании Aston Martin и TAG Heuer официально объявили о старте сотрудничества. В рамках этого проекта уже представлено несколько моделей. На часовой выставке в Базеле мы посмотрели два хронографа и хотим вам их показать и рассказать про них подробнее. Начнем с хронографа TAG Heuer Carrera Calibre Heuer 01. Это стальной хронограф, автоматический, 45 мм диаметр корпуса, запас хода 50 часов, безель из керамики, на нем мы видим надпись Aston Martin, также логотип мы видим на циферблате. Но самое здесь главное то, что нужно, конечно, подчеркнуть, чем отличается этот хронограф от своей базовой версии. Это скелетонизированный циферблат в виде шестиугольной решетки, которая нас отсылает к некоторым элементам болида Vantage. И также видоизмененные часовые ушки, чтобы получился силуэт автомобиля Aston Martin. Ну, я думаю, те, кто любит автомобили, наверное, даже сразу заметили это без наших подсказок. Цена порядка 378 тысяч рублей. Ну, пока такая прогнозируется цена по курсу. Если курс не изменится, она останется, я думаю, такой же. Ожидаем часы осенью 2018 года. Еще одни часы в рамках сотрудничества Aston Martin и TAG Heuer. Это кварцевый хронограф TAG Heuer Formula 1. 43 мм корпус, водозащита 200 метров. Ну, все здесь достаточно привычно и уже понятно. Отличие главное – это, собственно, логотип Aston Martin, стрелка и некоторые другие элементы. Цвет Lime Essence – это у нас цвет Aston Martin Racing. Сзади гравировка Aston Martin, внутри кварц, то есть все в принципе понятно, то есть такой более бюджетный вариант часов вот в рамках вот этого сотрудничества Aston Martin и TAG Heuer. Ожидаем эти часы где-то в конце лета 2018 года, цена прогнозируется сейчас 90 тысяч рублей, ну посмотрим, курс изменится или нет, и надеемся, что останется она такой же.